MTV огласил победителей Video Music Awards 2018. Ежегодная премия вручается за лучшую песню, клип, тексты. В нескольких номинациях победа досталась одному исполнителю. Стали известны победители в премии MTV Video Music Awards 2018. Имена лауреатов появились на официальном сайте канала. Клипом года стала видеоисполнительница Камилла Кабельяхевене. Звезда также получила титул лучшей певицы года. Премия лучшего нового исполнителя досталась исполнительнице рэпа Карди Би. Также певица получила награду за лучшую песню года «I Like It» в исполнении с Bad Bunny и Джей Белвин. Post Malone и 21 Savage получили награду в номинации «Лучшая песня года» за трек «Rockstar», «Лучший поп-хит», «No Tears Left to Cry» Арианы Гранде, «Лучший клип с социальным подтекстом», «This is America» от Childish Gambino. Накануне был назван самый продаваемый музыкальный альбом всех времен. Также корреспондент писал о том, что Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо на сцене. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicorrespondent.net. По материалам сайта news.com.